Слава Украине и слава ЗСУ! В Одессе 28 октября, 247 день полномасштабного нападения террористической нацистской России и предательской Беларуси. Прошлые сутки в Одессе и области спокойно, прилетов не было. Может быть, россияне и пытались запустить мопеды, но их все сбивают еще в Николаевской области в районе Коблева, Очакова, Рыбаковки. Маршрут уже известен их вдоль Черноморского побережья, поэтому ПВО готово. Соседнему городу-герою Николаеву мопеды тоже не угрожают особо, но, к сожалению, россияне запускают по Николаеву ракеты из комплекса С-300. Как это было в прошлые сутки, опять жилые дома пострадали, пострадал хлебзавод, где один работник получил ранение, ну и какие-то промышленные склады. Может, россияне и целились и в хлебзавод, но так как у них оружие совсем не точное, поэтому попадают, куда Бог пошлет. У россиян же нету точного оружия. Все российское оружие хорошо только для того, чтобы терроризировать мирные города. Ну, а единственное точное оружие, которое у них появилось, это иранские мопеды. Ну, наши научились уже с ними бороться, поэтому, что остается россиянам, это терроризировать города и мирных людей. К счастью, у ЗСУ есть точное оружие, и его немало. Буквально только что около 12 дня в Херсоне сообщают о взрывах в районе Антоновского моста. Наверное, опять что-то накрыли. Подождем немного больше информации. Думаю, будет интересно.